Ребенка, пострадавшего в резонансном ДТП в Сыктывкаре, перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом нам сообщили в Минздраве Коми. Напомним, 1 октября в Сыктывкаре иномарка сбила на пешеходном переходе школьника, затем выехала на тротуар, где насмерть сбила 38-летнюю женщину. Остановило смертоносное авто только лобовое столкновение на встречке с другой машиной, где также есть пострадавшие. После аварии у мальчика диагностировали отек головного мозга и другие тяжелые травмы. Он перенес операцию. Сейчас юный пешеход в сознании, самостоятельно дышит и принимает пищу уже без зонда.